Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы-всадники Улуха. И начнем, пожалуй, с открытия пака бесплатного. Давай глянем, что нам здесь достанется. Костолом, шипорез, душитель и все. Пошли ресурсы. Окей, так, бесплатная неделя получить. Кстати, сегодня я прочитал, что здесь, друзья мои, есть акция. Раньше ты помнишь, сколько здесь стоила месячная подписка? 600 рублей, по-моему, да? Сейчас же... Слушай, до сих пор 600. А, короче, ребята, буквально днем заходил в игру. Мне предлагали за 320 рублей в течение 3 месяцев, да, подписку. А в дальнейшем уже вернется к прежней сумме. Так что... Не знаю, ребят, почему-то здесь сейчас нет, не работает. Да и фиг с ним, мне особо-то и хотелось. Так, ну что, посмотрим, что у нас, ребят, беззубик добыл. 200 тысяч рыбы. Блин, опять, ребят, ну что ты будешь делать? Второй раз мне выпадает яйцо, но не в той сумке, где надо. Давай быстренько заберем с тобой награды. Так, обмен, это у нас, естественно, янтарь. Так, один мы с тобой получили. Следующий на обмен. Окей, так, здесь у нас что же сделано? Обычный янтарь, да, серый. Еженедельные. Так, победи хитрых драконов. Так, соберите предметы древесина. 4,2 миллиона. Офигеть. Получить предметов 18 в путешествиях. Получить 20 ключей. А, это, видимо, ребята, за атаку, да? Олух, а вот здесь вот. Так, ладно, давай мы с тобой заберем рыбу. Дальше отправим его искать. Так, древесина. Вперед. Да, с древесиной у нас с тобой вообще проблем, честно говоря, нету. Большие проблемы с рыбой. Я бы даже сказал, очень огромные проблемы, потому что рыбы у меня катастрофически не хватает. Так, ну что, громобой. Получает 31 уровень. Шипореза. Шепот смерти, ребята, я прокачал уже до 36-го. Так что все дело только за громобоем. Так, он 32 уровень. 4 уровня еще нужно нам поднять. Блин, ну это очень сложно. Так, снеговик. Это не тот снеговик, который мне нужен? Нет, друзья мои, это не тот. Так, найти снеговичка. Вот он. Такой интересный снеговик на самом деле, да? А что это интересно за такое яйцо? Ты посмотри, какой-то с аурой. Святое яйцо. Ух ты, у нас... А, нет, ребята, еще пока ранний доступ идет. 16 часов, а я уже думал... Будем сейчас драться. Нет. Да, значит, сегодня у нас только арена с тобой, да, доступна. Давай посмотрим, что у нас тут за пак. Что в нем выпадет. Опять же, душитель, крылатый ужас и парящий прихвостень. Я, наверное, поставлю в следующем редкий. Редкий пак. У него все-таки награды повкуснее будут. Так, что ты мне тут показываешь? Какие у тебя новинки? Давай, показывай. Такое щедрое предложение вы увидите нечасто. Я предлагаю эту цену только вам. Согласиться, может быть, а? Не буду, ребята, не буду. Опа, а вот здесь, ребята, стоит. Так, мне нужна лопата. Это я тебе точно говорю. А вот четки, четки у нас с тобой взяты или нет? Так, давай посмотрим. Что нам нужно для того, чтобы его открыть? Какие ресурсы? Четки у меня сделаны, лопаты. Короче, нам остается с тобой только лишь топорики, знамена. И вот это вот мясо, или что это такое, не знаю, ребят. Где вот это можно взять? Скажи мне, пожалуйста. Где вот эти ресурсы можно находить? Объясните, ребят, если вы в курсе. Как их находить? Или их только покупать можно? Так, ну что у нас тут происходит? Ага. Получает уровень. Так, бегом за рыбой. ...1490, да, ребята? Расширить. А что это нам даст, расширение? Подожди, я немножко не пойму. А, наверное... Слушай, а может быть нам сделать с тобой вот это вот, а? Не? Не будем пока? Я тоже думаю, пока не будем. У нас... Нет такой именно сейчас, в данный момент, необходимости, да, улучшать. Так, крылатый ужас. Хм. Давай-ка мы с тобой отправим нашего
Подожди-ка, я могу его отправить на прокачку, точно? Блин, я все время забываю, что нужна академия 7 уровня. Все время забываю. Тогда пускай летит он у нас на поиски. Ну, например, кого? Крылатого ужаса. Да? Беги, ищи. Вдруг что-нибудь да получится у тебя найти. Так, здесь мы с тобой быстренько сейчас закончим все задания. Надеюсь, мне выпадет руна. Конечно, можно и расческу взять, но лучше руну. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, давай руну. Сколько? 8. Спасибо большое. Сразу же отправляем его. Хотя, подожди. Почему все время, ребята, я их отправляю в путешествие, если мне их можно подкачать? Понимаешь? Пускай он летит обучаться. Да, так будет эффективнее. Надо их тоже развивать. Воу, мясо. Блин. Отдали нам шестеренки, к сожалению. И выпадет нам... Да ладно, древоруб? Серьезно? Так, ну что, я хочу его, ребята, отпустить, конечно же. Отпустить. 25 тысяч рыбы мы за это получаем с тобой. И знаешь что, наверное, мы тоже его отправим на обучение. 6 уровень у него всего лишь. Пускай прокачиваются. А этих мы уже с тобой отправим в путешествие. Так, я не уничтожаю гнезда. Дай мне лучше либо вот эту брошь. Нет, нам дадут янтарь потускневший. Так, отправим его тогда сразу же в путешествие, да? Пускай летит. А здесь что? Опять шестеренки. Ладно, давай хижину выберем с тобой бесплатно. Все, пускай летит. Ну что, друзья мои, остается нам с тобой пойти только лишь на арену, да, подраться. А что у нас в новостях? Давай посмотрим. Залетайте на форумы, чтобы узнать подробности. Новая версия уже вышла. Новая версия уже вышла. Это, конечно, хорошо. А вот это что у нас тут? Новый сезон, новая стая. Открыть. Бизонарх. Нифига, прикинь, какой классный дракон. Веселые путники. Блин, это аж 4-крылый дракон. Мерзлохвост. Пучемуч. Хандряник. Блин, убивашка. Слушай, ну прикольные, да, ребята? Драконы, кстати, а нам, чтобы открыть с тобой следующий пак... Да, их тут дофигища. Мотать тут просто до одури можно. Да? Забрать. Бесплатные руны каждый день. Да, ребята, если бы я был этим, я бы мог забирать. Но почему-то у меня на мобиле за 300 рублей, да, можно подключиться к всадникам. А здесь за 600. Почему не работает именно здесь акция? В чем разница? Один и тот же аккаунт, может быть, там было как бы на время. Типа, подумай, мы тебе даем час на размышления. А это было днем, друзья мои. Так, ну что, ладно, рассусоливать мы не будем с тобой дальше. Пойдем-ка мы дальше на арену с тобой. Аренка нас ждет. Кто-то хочет улучшиться, что ли? Я не могу понять. А если кто-то хочет улучшиться, то кто? Почему вы сразу мне не показываете? Может быть, сарделька? Нет. Может быть, вот этот? Тоже нет. А кто же тогда? Хм. Даже не знаю, может быть, душитель? Ничего подобного. Грамгильда? Нет, ребят, не знаю тогда кто. Никто не хочет, да, сознаваться. Ну что, тогда мы с тобой приступаем к битве. Нам нужно с тобой получить сегодня пак вождя. Ну и, ребята, чем больше мы с тобой битву проведем на арене, тем быстрее мы перейдем на следующую аренушку. А на следующей аренушке, естественно, будут другие дракончики. Так, тройной удар.
Давай, наверное, с него и начнем. Окей. Давай-ка укусим. Так, дальше моя сарделька потом будет ходить, да? Угу. Тройной удар нам желательно быстрее уничтожить. Но этого, кстати, тоже прихвостня надо бомбануть. Ты смотри, что творит, а? Вот. Массовая атака, то, что нужно. Шикарненько. Они в сайленсе находятся в данный момент. Это сайленс, это тишина. То есть они не смогут применять свои заклинания. А мы будем их потихоньку-потихоньку бомбить. Так, еще разок. По-моему, еще одному крышка, да? Ну да, чудовище погибло. Ну и этого мы с тобой должны, в принципе, разобрать. А вот она, первая победа за нами. И посмотрим, какой нам пак выпадет. Мне кажется, обычный. Ну-ка. Да, самый обычный пак. Ну что, приступаем к следующей битве. У нас еще 7 дракончиков надо победить, чтобы получить первый пак вождя. Так, я смотрел, там громорог, тройной удар. Угу, и пристиголовый. Громорог начинает первым, да? Слушай, ну я, наверное, все-таки тройной удар буду колбасить. Хотя этот громорог тоже, ребят, не очень хороший. Он делает свою массовую... даже не атаку, а у него массовый баф. Он делает, да, на усиление атаки. Что для нас не очень хорошо. Так, пристеголового хотят бомбануть. Смотри, а. Да что ж ты будешь делать? Ну что за промахи-то постоянные? Ну как, ребята, вот можно играть, когда он постоянно промахивается, а? Вот и все, да? А мы мстим. Мы, ребята, мстим жестоко. Так, ну что, будем брать, наверное, в оборот пристеголового. Ага. Давай дальше. В принципе, я думаю, ему крышка. Что ты там делать будешь? Ага, вот как, еще и понизил атаку. Вы серьезно? Вот это мне уже не нравится. Давай, в меня бафай. Нет. Баф, ребята, не отменяется. Ну что, добьем мы его? Ну давай, Хариус. Молодец, красавчик. Давай еще разок. Ну и, наверное, сейчас мы его добьем. Уничтожить он меня не уничтожит. А вот мы его, да, вполне. Вот так вот, друзья мои. Ну что же, мы двигаемся с вами далее. Остаются 4 дракона. Всего-то ничего, буквально 2 битвы. Так, нам достается солянка. Это круто на самом деле, потому что мы с ними разберемся. Первого будем, наверное, атаковать. Конечно, креветы, ребят. Блин, а громорог мне тоже не нравится. Твою же налево. Успеем ли мы до... Ну, если он так будет делать, то успеем. Поехали. Да ёпрсте. Ну, если он будет промахиваться, конечно, фиг, что у нас получится, ребят. Фигушки у нас, что получится. Ну что, будем бомбить? Будем, конечно. Лучше сделать так, поверь мне. Ого. Тихо, тихо, отвали. Ты посмотри, что делает, а. Бедная сарделька. Ну-ка. Даже не знаю, ну попробуем. Сардельку, скорее всего, сейчас уничтожат. Да, скорее всего, с разбега. Вот и все. Блин, теперь нам тяжело здесь с тобой будет. Прикольно, не ожидал, если честно. Давай-ка мы вот так с тобой сделаем. Сейчас будем атаковать. Опять с разбега. Кого? Ой-ой-ой-ой-ой, плохо, ребята, дело. Мы потеряли с тобой громобоя. Хотя, подожди. Да, потеряли, все равно он его уничтожит сейчас. Но у нас шансы все есть уничтожить Костолома. Только не разбег.
повезло нам. Нам, друзья мои, повезло, что он не стал делать разбег. Иначе бы он оглушил, потом опять ударил бы, потом опять оглушил бы. И, короче, мы проиграли бы здесь. Ну что, давай последний поединок с тобой сделаем. Посмотрим, кто нам выпадет. Опять солянка. И, кстати, эта солянка довольно сильная, потому что здесь будет и тройной удар, и кревет, и громорок. Ну, ты знаешь, да, мою позицию? Трындец. Я офигею, блин. С такими промахами. Ну как вот дальше играть, а? Так, сейчас кревет, что он сделает? Трындец, он кусает. Ну как так можно, а? Ребят, куснул. Половину хп просто отнял сразу же. Хотят уничтожить, а? Сейчас тройной удар, наверное, добьет. Скорее всего. Ах, вот как он сделал. Тогда получите, гаденыши. Так, главное не промахнуться. Уже другой разговор. Да, было больно. Поехали. Так, он купит энергию, ребята. Он может сделать массовую атаку. Ага, не успеют они ничего сделать. Вот вам всем. Громорок, успокойся. Ну что, добиваем с тобой тройной удар. И громорок. Получи. Сейчас мы его уничтожим. Завершающий удар. Все. Слушай, довольно неплохо. Справляемся. Мне это нравится. Удачно. Ну вот он и пак вождя. Смотрим. Костолом. Ужасное чудовище. Кревет. Экзотический шепот смерти. И беззубик. Ёлки ты палки. Ветрокрыл чемпион. Еще одну карточку получили. В плане, через 6 минут откроется. А почему не сразу? Хм. Ну что, предлагаю, друзья мои, подождать 6 минут. Когда у нас откроется еще возможность получить один пак. Я думаю, никто не будет против. А заняться мы пока ничем не сможем, да? Слушай, а что мы можем с тобой за интер купить? У нас сколько его? 21 штука. Так, оборона волха. Драконы быстрее перемещаются по полю боя. Изваяние вождя. Снижает число драконов, которых необходимо победить, чтобы получить набор вождя. Набор вождя. Может быть, нам с тобой так и сделать? Так, бронекрыл. Повысить эффективность сбора всех драконов типа бронекрыл. Ну, в таком случае нам нужно еще с тобой копить. Воу-воу-воу-воу-воу. Нифига тут изваяний. Целая куча. А что делает шепот смерти? Сбора всех драконов типа шепот смерти. Шторморез, цыпа. Но ведь цыпа же это не дракон, ребята. Это же просто цыпа. Странно. Так, что мы можем с тобой, например... Ну, за руны приобрести. Груда рун. А, понятно. Так, это у нас изваяние. Так, у меня всего лишь 1345, да? 1345, и я в скором могу себе получить вот этого. 1000 стрела. Постараемся. 600. 600 рун. Ресурсы, ресурсы. Так, бесплатно. Карты. Премиум. Офигеть, посмотри, как красиво смотрится этот дракон. Блин, просто сказочно. Снежинка, громобой. Зловредные чудовища даже есть. Снаглток не за горами. А что еще? Здесь у нас что? Лавка Одина. 7 дней набора монет Одина. Ага. Понятно. Ну, пока и все, да, получается. Задание, что я тут? Наездники.
Драконьи наездники получают дополнительные задания и бонусные карты и ежедневные... В ежедневных и еженедельных наборах. Ага. Это, конечно, прикольно. Блин, 6 минут ждать еще нам. Как ни крути, все равно. Так, нам нужен еще один, ребята, с вами дракон. 36 уровня, 128 тысяч рыбы. Мне хватит, чтобы поднять уровень? Уровень нет, но в плане. Понял. Нужно 140 тысяч, да? У нас пока 128. А у нас точно с тобой нету никого лучше прокачанного? Да откуда тут? 18 уровень, 7, 12. Конечно, нету. Громобой получается самый приближенный, да? К хай-левелу. Ужасное чудовище, в принципе. Но не буду я пока тратиться. Насколько там еще ждать-то мне? Еще 2 минуты. Ладно, подождем. Ну что, ребята, я думаю, время подошло. Да. Есть такая у нас возможность получить еще один пак вождя. Ох, ё-моё. Ну и повезло же мне, я тебе скажу. Опять дали 2 красных. И это, блин, Вострозуб вместе со Скалотрясом. Обалденная компания, да? Просто лучше, блин, не придумаешь. Они же меня сейчас тут разбомбят, если честно. Хотя, постой, не факт же. Может быть, мы еще поборемся с тобой? Ать, знает, на кого падать. Да? На зеленых, естественно, ребята. Так, ты что будешь делать? Бедная, блин, сарделька. Вот она когда попадает у меня в такую вот зону, да? Где ее атакуют со всех сторон. О! Минус скалотряс. Уже полегче, ребята, уже полегче. Наверное, мы с тобой сделаем... Так, подожди, это еще терпит. Это еще терпит. Вот так сделаем для начала. Сейчас сходит он. Потом мы с тобой сделаем. Я боюсь, что мы потеряем с тобой. Надеюсь, громобоя не уничтожат. Хотя, скорее всего, бомбанут. Да, грустно осознавать это, ребят. Но вот так вот получилось. Поехали, я буду отбиваться. Ну, я надеюсь, они будут сардельку бомбить. Красавец ты мой. Так, а я в этот момент буду Острозуба атаковать. Хе-хе-хе-хе. Найс. Тут все прикольно, ребята. Очень прикольно получается. Он еще и с пониженной атакой. Все, ему крышка. Великолепно мы тут отыграли. Мне понравилось лично. Ну что же, друзья мои, еще надо сделать нам с тобой 3 боя получается, да? 7 драконов подбить, да? 3 боя. Это как минимум. Так, ну что у нас тут? Я смотрю, тройной удар, змеевик злобный и опять же громорог. Ну, если честно, меня такой расклад больше устраивает. Начнем, наверное, с тройного удара. Хотя громорог меня, если честно, больше нервирует именно своим бафом. Но тройной удар, знаешь, да, что он может делать? Противные вещи. Так что в плане. Слушай, я не понял, как так ты мог сделать? Он пропустил, ребята, просто все удары свои промахнулся. Разве это что такое? Да ладно, уже? Он уже сделал баф, друзья мои. Так, у нас с тобой. Ну-ка, сейчас будем. Да ладно. Воу! Нет, 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 так дела не делаются, ребята. К ногтю у вас всех. Блин, громорог этот, а. Уничтожат мне громобоя, я чувствую, ребят. Уже убили. Так, у меня остается только одно. Это защищаться. Вот таким вот образом. Другого варианта я не вижу просто. Да зачем ты делаешь вот это ускорение-то, а? Дело дрянь.
Они сейчас будут заниматься ерундой. Они не будут меня атаковать. Или будут? Все-таки будут. Так, давай что-нибудь сделай хорошее. Бомбани. Бафает. А ты ударь меня. Вот идиоты, а. Разыгрывают ребята из себя, а. О-о-о. Блин, я думал, он разбежаться собирается. Нет. Так, слушай, а вот это плохо. Давай, баф. Нет, смотри, смотри, что он делает, а. Блин, мне бы, ребята, выжить бы. Сейчас, смотри, сейчас начнут бафаться, да? Нет. Так, минус один. Слушай, как думаешь, у меня есть шанс тут? По-моему, нету. Не получится у меня. Не получится, ребята. Все, он меня сейчас уничтожит. Бафаться он не будет, понятное дело. Мне не хватило совсем чуть-чуть, чтобы его уничтожить. Блин, обидно, трындец. Ну что, нужно еще пятерых завалить. Я думаю, нам это под силу. Блин, видишь, как они очень быстро завалили моих основных, так сказать, дракошек. Особенно громобоя. Да что ж ты будешь делать? Вообще, тройной удар, кревет и громорог. Лучше не придумаешь. Ну и командочка мне тут досталась, а. Ну что сделаешь? Придется, ребята, отбиваться как-то. Так, если мы с тобой в следующем ходу уничтожим кревета, будет уже круто. Смотри, что творят, а. Да блин, он понизил атаку, а. На громобое. Делать, наверное, не надо. Или надо? Трындец. Наверное, все-таки надо. Ребят, я рискую. Отлично. Минус кревет. Так, дальше нам будет с тобой уничтожить тройного удара. И все будет великолепно, поверь мне. И все будет просто чики-пуки. Поехали. Вот когда они не промахиваются, все идет идеально. Как только начинает промахиваться, все. Сразу начинаются у нас с тобой фейлы. Трындец, ну вот как так, а? Уничтожат мне громобой, да, судя по всему? Да, он сейчас сделает свой суперудар. Не стал? А это зря, парень. Это зря, что ты не стал делать свой суперудар. Тогда мы, скорее всего, здесь выиграем. Громобой потеряем, конечно. Ну, а в остальном-то у нас все четенько. Да. Изи. Ну, как сказать изи? Полуизи. Нормал. Вот мы и добрались с тобой до последнего поединка, я надеюсь. Нам нужно победить еще двух драконов. И получим с тобой пак. Ага. Как всегда, на последнем поединке дают тебе имбу. Блин, вот надо кревета. Так этот тоже, он мощный, ребята. Он бросает огненный шар, который наносит офигенный урон. Так что нам нужно быстрее кревета сейчас разделать. Тихо. Кревет, потом громорог будет ходить. А громорог, скорее всего, будет бафать их. Нет, не стал. Ну что же, мне так только лучше. Начинаются вот эти вот промахи. Ну что, кревет, ты готов? Поехали. Ой, кревет, громобой. Отлично. Так, ну что, дальше мы с тобой берем, наверное, вот этого малыша, да, в разработку. Поехали. Раз, два. Раз, два. И немота. Сайленс. Все четко. По красоте мы с тобой идем. Этот бы хотел бы, да, пробафать. Да не получится. Ну. Пока не промахиваемся, все идеально. Так, громобой, уничтожь его. Да, отлично. Ну что, ребята, забираем заслуженный нами пак. Вот он, красавчик. Костолом, лаварык. Ага, громобой, защитник и водорез.
Во, барс и вепрь. Слушай, я тебе скажу, неплохо. Очень даже неплохо. Блин, вот 24 уровень. Может быть, лаварык? Неужели никто у нас не хочет улучшиться? Необходим уровень 51. Сколько же там нужно, извини меня, рыбы для того, чтобы прокачать его на 51 уровень? А это что, это все? А, вот этих вот драконов можно было бы получить именно на этой арене, да? Но у меня их нету. Штормореза нету, шипореза нету. Глыбы нету. Кнут и прут тоже нету. Роза ветров. Кривет Дагура. Костолом дикарь. Ищейка. Экзотический дымодышащий. Клыка крив. Такие названия, язык сломаешь порой. Ну что, ребята, я могу сказать вам одно. Мы с вами подрались. Немножко по арене продвинулись. Получили паки. Будем это все с тобой вскрывать. Но уже в следующей серии. А на этом все, ребята. Всем пока, всем удачи и до новых скорых. Погодите-ка секунду. Заберем видосиков. Удачи вам.